И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Так, зажать. Окей. В общем... О, даже так, прикольно, полетели. Что мы... Как это выглядит прикольно. Что мы собираемся делать? Я что, такой жирный, да? Я же не такой жирный. Вот, не надо говорить, я не жирный. Я в меру упитанный. Давай немножечко подскину веса. Вот, что мы собираемся делать? Мы собираемся томить или ловить, в общем, виверну. Виверну. Да, вот та самая виверна. Сейчас что будем делать? Наделали мы бутылей, благо они делаются всего лишь навсего из цветков. Наделали бутылей и все. Даже так, я буду типа летать и бить. Окей. Так можно было просто на автоатаку поставить. Ну да, типа, наверное, это... Бэмс! Бамс! Отлично! Отлично, отлично! Так, я понял, что мне нужно делать. Я понял, что мне нужно делать. И вовремя хиляться, самое главное. Неплохо. Это такой способ, как томить... точнее, ловить, томить. Не знаю, что мы вообще делаем, виверну вдвоем. Я покажу потом способ, как делать это все дело в одному. Обязательно я это дело покажу, как бы без проблем. Если ты на тыре, я тебе сейчас помутозил. Не, лучше лапой бить, лучше лапой бить. Тут как бы вариант один, бить лапой. Вот, единственный такой вариант это то, что... Да, можно делать так, но я хочу все-таки попробовать потом в одного это все сделать. И сделать с помощью, понятное дело, ловушки. Вот. Вот, альфа-виверна, я думаю, он хочет ДНК с нее добыть, а для этого нужно, как мы уже прекрасно знаем с прошлой серии, нужно оглушить. Вот, поэтому как бы сейчас мы, я вам показываю, что нужно для того, чтобы сделать альфа-виверну, по-простому говоря. Оглушаете виверну, альфа-виверну, и добывайте с нее ДНК. ДНК с нее добывается, понятное дело, легко. Она вот уже краснеет. Я надеюсь, все будет пучком. Этот звук был не из-за меня. Извиняйте, я здесь ни при чем. Вот, и мы скоро таким темпом можем ее завалить в итоге. Она уже краснеет. А, черт, я еще раз ударил. Отлично. Отлично. А я там типа, что, на охране посижу. Так, сейчас я вам покажу немножечко. Успею. Опаньки. И вот он, альфа. О, здесь прайм и зомби-виверна. Отлично. Я вам показал, а так сам доберет. Седло затащило. Не спорю, седло конкретно тащит. Ноль банок. Нифига себе. А я давал ему около... То есть я ему 39 давал, до этого еще давал сколько-то у него было. В общем... Нормально. А я ни одно не заюзал, потому что весь домок вшел в него. Ну что ты там? Залезть что ли не можешь? ДНК надо. Взял. Так быстрее, короче, будет. Убиваем. Отлично. Вот. Мы, собственно, охотимся с ДНК. Он сказал свой вердикт, значит, убиваем. Смотрим по ХП. Кстати, давайте посмотрим характеристики. Какие у нее характеристики? 2 миллиона, ну, конечно, нехилые характеристики. What is it? Отлично. Ты взлетел, блин, я... О, все, нормально. Так, что он там писал? Даже если у нее торпор споет, она умрет, альфа не просыпается. Ну да, ты уже это заметил и, собственно, на видео ты это и рассказал. Потому что да, они не просыпаются. О, смотри-ка, у него глаза открыты. Они не просыпаются, они, когда у них торпор заканчивается, они просто-напросто умирают. Даже если ДНК у них не вытащить. Такие вот дела. Так что, сейчас завалим еще одну. Нужны ДНК. ДНК.
больше ДНК. Давай. Так, сейчас завалим, и я качнусь. Ну, точнее, мишеньку качну. О, серы много. Я бутыли не юзал. Надо отдать. Так он ноль использовал. Я думал, все заюзал. Вот, собственно, здесь сервер хорош в этом плане, то, что здесь прокачка очень быстро идет, все очень легко и просто, он максимально левел. Миша максимальный левел. Тамараски даешь дамаг. Вот такие вот дела. Одно верно, и все как надо сделали. И лям хп оказывается вполне предостаточно. Дамаг полностью. Окей, не проблема. Я сейчас вам покажу, как здесь дамаг. Собственно, вы в прошлой серии все видели. Насколько это круто. В общем, ищем дальше. Меня прикалывает от веса мишани, и вот это птероконоебит с места на место, сбоку на бок. Это же прикол. Так, ну а мы дальше ищем, походу дела, все-таки альфача, и тут срань как темно. Ну вот, пролетая мимо, решил он еще индоминуса также помутозить. Вот, почему бы нет, я не эту кнопку жму, почему бы нет, альфа-лазавр, я надеюсь, все пучком, потому что дамаг влетает сраного тучу, и я очкую, честно, я очкую, и мы офигеть как огребаемся, и сейчас будем юзать бутыли, и он очканул, так, и правильно сделал, я бутыль заюзал, все пучком, давай. Смотрим, что дальше. А, там еще и зеленый Дрейк. Ой, здесь еще и... Ёптель-моптель, вот мы попали в какую жопу сраную. Вот, короче, просто тупо три говнаря. Вниз маню. Ну, кстати, идея-то неплохая. Там будет, думаю, полегче. Всякое говно не будет спавниться. Да и легче залутать будет. Да, там легче. А вот, по крайней мере... Я это уже сам не раз замечал, что там реально легче. Хорошо, спускаемся вниз, смотрим, что будет дальше. Серия все равно как бы маленькая, поэтому можно и полностью подамажить этого говнаря. Алло, говнарь! Задохнемся? Ты что, прикалываешься? Мы что тут задохнемся? Этот говнарь на дно опустился. Он плавать не умеет, что ли? Слышь, алло, днище. Вот это был прикол. А где этот говноед? А вон он, говноедина. К берегу бежит. Да знал бы, я бы надел водолазный костюм. А, во, я по блескам его вижу. Отлично. Погнали. Ну ты ж в натуре, что ли? Слышь, мегалодоша, иди отсюда. Иди отсюда, говорю. Это левел к тому же. Да нища. Надо его выманивать, короче, на берег. Я задохнусь с ним. В натуре. А вот альфа-мишка плавает быстрее. Раз 500 быстрее. Ну вот. Билли Индоминус переключились на Харвис Лорда, потому что он здесь чутка на берегу тусуется и мешается. Да, конечно, у него птер лучше дамажит все дела, потому что у него все-таки альфа, и он боевой. У меня же... Мишаня на торпор. Ну, я тут больше как танк немножечко подействую тогда. Либо как запирающий его... А, не, нормально все. Он сам подлетает. А я думал, я его запер. Ну что, нормально, неплохо. Мутозим потихонечку. Экспериментирую с кнопочками. Ничего не меняется. Только вот люлей от камня огребаюсь конкретно. Стой, гад! Лишь так и это... Шмоточки нормальные набьем. Ну,
Ну, думаю, альфа-чом здесь вообще будет не проблема в соло лорда замутозить, так что все пучком. Мишаню я не зря качаю. Вот, как вариант, в какой-нибудь из серии будем устраивать охоту на лордов. Почему бы и нет? Шмоточки-то нужны, однако. А может даже в какой следующей серии. Так, что у нас тут? ХПшечки? Половина еще. Нормально. ХПшечка, половиночка. О, у него седло побосявее на мишку. Круто. О, Альфа Херт. Я труп сожрал, блин. Это нормально, да? Ну-ка, выпало. Чё? А, во, выпало чё, вижу. Ну вы... Обалдеть, какое седло доптера. Так, стоять. Так, мешаем сюда. Так, седло. Где? Седло для Альфа. Пера. 327. Броня. Вот я лох. А, не, игра зависла. Все нормально. Нормально? Так, пару седел для гига, парочку бутылей на экспу и так далее. Ну, в общем, такое себе, но в целом неплохо. О, альфа верно, надо скинуть сюда. Индоминус! Вот он ты, Индоминус! Так, стоять, тихо. Какой Индоминус? Ядрить, мадрить. Я ж бутыль не заюзал еще. Все, пучком, погнали. Кстати, на бутыль 10 секунд, вы сами все видели прекрасно. Я думаю, если не видели, то перемотайте чутко назад и увидите. А я чем бью? Я лапу бью. ПКМ, правая кнопка мышки. Чуть-чуть, будто я не знаю. Вот ЛКМ, видишь? Увидел дамаг? Увидел дамаг, я надеюсь, что увидел. Все пучком, я лапу бью. Че ты на туре? Я на Мишане уже фиг знает сколько бегал. У меня Мишаня один из любимых динозавров. Ну как динозавров? В игре я имею в виду. Ну как он, не знаю, там, питомец. Стой, гад ползучий, я тебе сейчас голову-то повскрою. Иди сюда, я достану твое ДНК. Стой, не убежишь от меня. Ну дайте хотя бы немножко маничелу поиграть, а то ж в натуре прям. Так, спать давай. Спать, гад. О, спит, отлично. Давайте посмотрим его характеристики. Так, ну ладно, ДНК тогда заберу. Посмотрим его характеристики. Ну, такой себе. О, мать твою! Help me, please, don't kill me. I'm friendly. Мишаня кидала! Мишаня, ты кидала! В натуре. Забрал. Ага, я застрял, блин. Какой мне ихтиозавр? А, ну то окей, тогда я добью. О, не, нормальный ихтиозавр. Не, я хочу его добить. Я просто из принципа хочу его добить. Вот в натуре. Так. Ну что дальше? А, еще одну виверну. Ну да, по сути, нет смысла дальше что-либо делать. Еще одна виверночка. Сендло. Так, переместить все. Он так шатается от Мишани. Воу, легче, подожди. И снова война со всеми, всех мутозим, тут красную виверну замутозили, и не только красную, и вообще всех тут просмутозили.
Обалдеть, короче. Ну, Мишанька тащит, Мишанька молодец. Виверна тупая и что-то пыжится, но делает, а не спорю, пытается что-то сделать, но мало чего получается. Как видите, вдвоем здесь ничего сложного в этом плане нет. О, так тут еще и Мантикора. Ну, вообще супер. Я ж Мантикор-то не заметил. Я думал, что такое рычит? Но Мантикор-то это хорошо. Мантикора тоже пригодится. Окей. Если я до нее достаю. Не, я, наверное, до нее не достаю. Из-за Виверны. Пригодится Мантикора, пригодится. Мантикора прикольно. Такс. Сбор альфа-ДНК. Примерно так, наверное, серию и назову. Почему бы и нет. Потому что реально мы только альфа-ДНК и собираем в этой серии. Такс. Что-то он как-то сдвинулся не туда. Ты там... Перчика-то. Ёптель-моптель, ты что творишь? Хорош под текстурами бегать, хиляйся. Отлично. Такс. Отвлеку. Давай, давай, не ссы, все пучком. У меня все схвачено. Типа. А, отвлеку. Мы оглушили уже. Все схвачено, блин. Отвлек? Ёптель-моптель, сколько их там, а? О, я еще соску убил. Да ладно ты в натуре. Так. Забрал. Элементов лучше завалить. Ну, с него ресурсы должны выпасть нормальные, так что я думаю, лучше его завалить. Если я успею, конечно, завалить, то... О, да, успел. Не сильно много ресурсов. И да ладно. Такс. О, Аргентавис. Так, что ты написал? Убиваю. Так, Аргентавис, Аргентавис, Аргентавис. Стой, гад! Стой, гад! Иди сюда! Если получится Аргентавис еще заполучить, ДНК вообще будет супер. Еще я его в соло заполучу. Вообще затащу, короче, тогда. Аргента, ну что ты в натуре? А, тут драконы привез. Окей. Чувствую, Аргента мы завалим нафиг. Надо было в другое место, здесь труп валяется. Мы сейчас труп, труп, наверное, будет мешаться. Ну как труп? Он спит. А, не, нормально, я наверху. А, Аргент отлетел, отлично. Ага, труп завалили. Ну, тоже хорошо. А, кстати, а чё уж мы не добивали-то? В натуре, с трупа же всякое говно падает нужное. Вот в натуре, а так вечно торопится куда-то. Надо же было добить труп Индоминуса, там ему 3 тычка осталось. А с трупа всякие плюшки падают. Вечно куда-то торопится. Ну ладно. Пофигу. Вот буду у одного бегать, вот тогда я буду делать то, что хочу. А пока что делаем то, как он хочет. Ну, вариантов нет больше других. Такое ощущение, как будто он иногда просто вздыхает уже. Экс. Просто валяет полутрупом там и все. Реально, я уже несколько раз подумал, что он это отвалился, его птерчик. Но нифига. Тащит. А сколько ж тебе, зараза, продамажить-то нужно, а? Ёптель-моптель. Пришло красное отродье. Ладно, окей. На этот случай у меня есть бутыли, так что не проблема. У него тоже есть. О, завалили. Легендарная металлическая кирка. О, да! У меня легендарная металлическая кирка, прикиньте. Ну, да, я понимаю, но у меня и так есть что поделать. Молоко!
далеко. Добью. Надо добить. Надо добить. Я хочу добить. Потому что я не помню, падает ли что-то с него или нет. Давайте все-таки проверим. Потому что если с него падает, то значит мы того индоминуса зря не добили. Ну, вы сами видели, там на одну тычку, там пару тычек. А, ну сердце, блин. Сердце, конечно, в натуре. Сердце. Зачем нам сердце? Мне, между прочим, Мишаню надо апать. Мне на 30 сердец надо. Ёкарный бабай. Ёптель-моптель. Сам с ним воюй, нафиг я пошел отсюда. Да ладно, шучу. Сюда иди. Алло, блин. Алёша, сюда. Опаньки. Попался ты в мою ловушечку. Или я в твою. Ну не, наверное. Все что ли? Ёптель-моптель. Оп. И подстава. Я застрял. Так. Застрял. Он прям во мне... В меня упал. А, нет, все пучком. Нет, я все равно еще не могу. А, черт, я на него сел уже! А, ну да, повезло, 20 левел всего лишь был. А, во, все, все нормально. Да, вот это халявное, когда маленький левел, это все норм. Сейчас забью уже. Отлично. Альфа-сердце. Все просто супер. Так, надо скинуть всякое хлам, типа тонны мяса. Типа тонны мяса надо скинуть. Так. Потому что это вес добавляет, и мне он нафиг не нужен, он мешает схламиться. О! А ты кого там протащил? Мантиса, что ли? Окей. А, типа ДНК на аргента нужен, чтобы промочим его сделать. Окей. Я-то не шарю в этом деле. Блинский! Вот нафига я слез тут? Когда там очухаешься? Я не на медведе. Такс, ну и понятное дело, я тебя не смогу раздербанить. Отлично. Оп, оп. Отлично, спускай его. Все супер. Я пока добью. Альфа-сердца нужны. В срановом количестве. О, органический полимер. Прикол. И еще хитина сраного туча. Такс. Ну, как вы видите, вдвоем это все делать легко. Добывать альфа... Альфа-ДНК очень даже легко. Ну куда ты полетел? Ёптель-моптель. Нифига ты резкий, как понос. Надо было немножечко по-другому сделать. Ну, а я пока место скину лично. Ну, так будет явно быстрее. В этом плане я даже не спорю. Потому что до него добежать мне больших делов с моей скоростью. Отлично. Я человек ученый. На этот раз прыгнул аккуратненько. Но, блин, надо было все равно по-другому. Черт побери. А чтоб твою ж налево, а? А прикиньте, я сейчас встать не могу. Я вот как лег. Опять застрял. Паньки. Отличненько. А вот и мне помощь пришла.
Зло. Повезло, реально, мне повезло. Просто как дураку повезло сейчас. То, что Мишаня еще и замутозил его и так далее, реально как дураку сейчас повезло. Господи, прости, но, блин, это реально идиотизм. Как я сейчас чуть не закосячил все. Сюда, иди, курица! Да, у меня есть от этого говна ДНК, но пригодится. Пошел в жопу отсюда. Так. Кого рядом нету? Нету. Отлично. Погоня за ДНК, ёптер-моптер. Давай, 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 давай. Отлично. Успел. Фу. Не, с тенями, конечно, прикольно играть, но днем видеть темноту, это, конечно, не прикольно. Но зато с тенями. Ну что, в общем, вот такие вот погони за ДНК, вот еще мантиса тащит, отлично. Как видите, очень большое количество этого всякого говна на летающем острове, на карте The Center. Твою мать, твои крылья тут растянулись. Ой, а че он такой цветастый? Давай его возить. Может, это Prime Match? Вот, в общем, наверху Rex был. Ну, дальше, тот нападает, помню. О, прикольно. Альфа-мантис. В натуре затащил. В общем, вот такие вот погони, можно так сказать, за альфа-сердцами и за альфа-ДНК, за нужными, так сказать, ингредиентами. Вдвоем, как видите, очень легко делать. Один заманивает. Один заманивает, второй... Я думаю, что он увидел? Кенгуру! Вы смотрите, какой кенгуру! Да, спидигонщик, блин, в натуре. Ой, обалдеть. Как видите, вдвоем очень даже легко это все делать. Один заманивает, второй бьет. Но одному, это понятное дело, нужно делать ловушки, ставить ловушки и так далее, и заманивать их именно в ловушке. Либо сбрасывать в воду и уже глушить в воде. Что довольно-таки само по себе не очень. Экс. Я вам всем устрою, Кузькину мать. Я вас всех завалю, ублюдки. Эх ты, зелененький. Пошел в жопу, зелененький. Зелененький, пошел в жопу. Опаньки, минус зелененький. Минус зелененький. Я понимаю, что вы ничего не видите. Давайте я сделаю вот так вот. О, деревья все равно мешают. Опаньки. А я все равно мутозю. Я мутозю, так что все пучком. Один на один. Я и Рекс. Кто выживет? Конечно же я, ё-моё. Кого я обманываю? Чтоб я, да здесь, да сдох. С таким количеством бутылей в инвентаре. На хилку, который полностью регенит ХП. Ха, да чёрта с два. Но он такой нехило дамажит. 580-й, ну да. Нехило дамажит. Конечно, я больше залываюсь тут шлепать по... стой, гад, я тебе сказал. Куда намылился, скотина? Стой, гад, только попробуй, козел! Хватай меня. Понеслась. Вот, про что я имею в виду. Немного тяжеловато в этом плане порой заниматься подобным. О, скоробей, что ли? В натуре. Понеслась война, в натуре война, прям сейчас, сейчас все будет. Тихо, 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 не убивать, не убивать, не убивать, не трожь. В натуре, стой, гад, стой, гад, я тебя все равно догоню. Стой, козел! Это вот вы сейчас видите то, как в соло их ловить. Ну вы понимаете, да? Ёб твою ж налево. Пошел ты! Блевотина. Ходячая. Экс. Использовать, пошли все в жопу. О, это, конечно, да, он еще так.
ублюдочная тварь. А это кто тут? Виверна еще летает. Поисон Виверна. Это, конечно, да. Это, конечно, сейчас немножечко подстава. И прям, я бы так сказал, очень сильная подстава, потому что... Лутать надо было. Текс. Я продолжаю бить, так как на меня с Агреновой верно. Да твою ж мать, тень же забегает за мной. Уведу и лутай. Ты прикалываешься, ты закинул меня на самый верх. А я лично очкует у вас прыгивать. Окей, использовать. И чё ты увел? Тут как бы это. Тут и верно. Так что ты не всех увел. Лутай пока на мне. В натуре так будет быстрее. Чё ж ты в натуре там? Во, завалили. Poison Zombie Wyvern. Окей. Немного ПВЕ. А, твою ж медь, точно. Ну сбрасывай меня. Вот, отлично. Понеслась жара. Взять все. Окей. И где я опять? Ну я опять зашел в трупешник. Да уж, я опять в катакомбах. Опять в большом трупе застрял. Черт подери. Ну реально, у них очень большие трупы. Я очкую, что я просто не дотянусь. И я спускаюсь вниз. Это, конечно, хорошо. Но я-то не на медведе, как бы. Защиту убрал. Да, до этого хотя бы защита была. Ну что ты стоишь-то, господи? Можешь хотя бы труп побить? О, наконец-то, ё-моё, ты что, так долго чат, что ли, читал? Что ж такое-то? Здесь как бы, если что, говнище всякое летает. Бегает. О, что ж так долго-то было? Фу, все. Отлично, тем более уже темнеет. В общем, на этом все. Как видите, вдвоем очень легко лутать ДНК любых динозавров, если вы имеете хоть, так сказать, малейшее развитое существо. То есть в том плане, что, допустим, Босяву Мишаня по дамагу, Альфа Птер хорошего левла, раскачанного левла и так далее. То есть, в целом, ничего в этом плане сложного нету. Самое главное, это Poison Мишка. Потому что Мишка нехило тогда мажет. И, собственно, на Птере он летает. Вот я думал, я падаю вниз. И его Птер может перевозить. И сам Альфа-Птер, собственно, который делает большую часть работы. Вот, ну все, на этом все. Как видите, уже темнеет. И поэтому я как бы уже буду заканчивать гамма 4. Все, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Опять-таки же писать в комментариях, что вам будет интересно и что вам нужно. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. И не попадайте в сраные ситуации. И лутайте, желательно, всех динозавров издалека, не подходя к ним в упор. Это...
такой совет от меня, прям, поверьте мне, это лучше, чем застрять в динозавре в натуре. Фух. Ладно, все, всем пока.